Якутск. 22 числа декабря будет очень интересная игра за первые места. Поэтому нам очень нужна будет ваша поддержка. Кто уже ушел, кто не выдержал, кто мы нас все ждем. Второе, самое главное, для чего собрались здесь мы, чтобы закрыть сбор, большую часть для маленького Димы. Футбольный клуб «Арис» закрывает большую часть суммы для маленького Димы, желает ему здоровья, самое главное, хорошей реабилитации после операции. Все, кто приходит смотреть футбол со своими детьми, друзьями, коллегами, это все про «Арис». Все мы – одна большая семья, и именно поэтому здесь мы участвуем все вместе и составляем футбольного клуба, и мы в одном большом